Все, поехали. Наша тема — это C-Sharp, да, и Hack Yourself. А на самом деле, почему эта тема очень важна? А мы реально забываем о том, что безопасность — это сложно. Что реально security — это очень сложно. И это правда, да? Security — это очень сложно. Потому что кажется, что мы сделали крутой забор, крутую систему, используем самые последние достижения, да, в безопасности, средства защиты и тому подобное. У нас очень классный замок, но на самом деле всегда есть какое-то слабое звено. Да, как вы видите сейчас на экране, это просто пластмассовая вещь, хотя такие цепи, такие замки и вроде бы как бы держат на первый взгляд, да, но всегда пробивает самое слабое звено. В принципе, почему такое происходит? Потому что мы думаем, что мы всегда готовы. Готовы к любой проблеме справиться, что мы вооружены, все знаем, используем самое лучшее, самое современное. И в принципе, из-за этого и получается много очень проблем. Мы приходим к тому, что вроде бы мы подготовлены, защищены, делаем все правильно, но со стороны это выглядит немножко не так. Да, то есть мы немножко нарушаем правила безопасности. Или наоборот, мы начинаем делать что-то похожее на вообще такую security, ну, которую потом самим усложняем себе жизнь и отказываемся. Какие, в принципе, базовые ошибки, если говорить про security, да, и криптографию? Очень распространенная ошибка, с которой встречаешься на собеседованиях, при разговорах, в пониманиях людей, когда они говорят, что это Base64 encrypted. То есть у нас все зашифровано, Base64 алгоритм. Это вообще неправильно. Потому что это не encrypted. Base64 — это кодинг алгоритм, да, то есть можно сказать, что Base64 — это кодит алгоритм, ни в коем случае не encrypted. Пожалуйста, не храните пароли в базе данных как Base64, да, то есть даже если вы добавите туда соль, от этого лучше вам не станет. Вот это самая, мне кажется, распространенная ошибка, когда мы говорим, что Base64 — это encrypted. Нет, это просто кодит. Вот, также часто я придумал свою систему, да, я придумал новый алгоритм, я напишу свою систему аутентификации, авторизации. Это тоже очень огромная ошибка, пожалуйста, не делайте так. А если вам кажется, что вы не можете взломать вашу защиту, то, пожалуйста, отдайте это на форуме, опубликуйте, отдайте математикам, просто каким-нибудь кракерам, да. Они, думаю, найдут без проблем ошибки и математические в алгоритме, и плохие реализации, и тому подобное. Также очень частая проблема, когда мы говорим про key, да, и initialization векторы использования и переиспользования их. Если вы делаете, генерируете какой-то динамический, например, initialization вектор, вот, и он потом у вас живет все время, то есть это плохо. Если ключ — это плохо. Каждый раз, когда вы делаете какое-то изменение ресурса, то старайтесь менять и ключ к нему доступа, и инициализационный вектор. Например, если вам нужно посчитать какие-то рандомы, там есть такое даже как сиды, вот, тоже генерируется рандом дейта. Чаще всего мы один раз генерировали и потом ее реиспользуем. Это неправильно. То же самое, когда один и тот же ключ, чаще всего под ключом у нас понимаем токен, используется для доступа к разным ресурсам, к разным сервисам, across, ну, скажем так, больших всяких доменов. Это тоже очень плохо. По возможности старайтесь разносить ваши токены и ключи, делать их более атомарными, да, скажем так, мелкими. И, например, для этого ресурса даем такой ключ, для этого ресурса такой ключ. Потому что когда своровали один ключ, то, соответственно, можно получить доступ ко всем ресурсам. Это не очень хорошо. Очень часто коммуникация бывает.
один и тот же ключ вшивают, например, во все роутеры, да, если взять наши модемы Wi-Fi, если туда вшивают. Это плохо, потому что у вас есть этот аппарат, вы его взломали, получили этот ключ, и теперь вы можете взломать все остальные аппараты с этой ревизией, да, даже из семейства, скорее всего. Это тоже нехорошо. Вот, поэтому старайтесь генерировать под каждый ресурс свой ключ. Даже если этот ключ у вас взломали, то украли. Страшного ничего не будет, скажем так, глобально. Да, то есть, особенно в HealthCare стараются генерировать всегда под устройство. Да, и вообще в оборонных тоже генерируют отдельно ключи под каждое устройство, а не один какой-то вшивают все прошивки. Любая encrypted data должна иметь... Message Authentication, то есть это контрольная сумма, в принципе, без этого никак, чтобы понимать, что это сообщение. Также очень часто проблема, когда работают с хэшами неправильно. То есть, например, если вы видите строки, да, то тут происходит такая вещь, как склеивание. А, то есть, в принципе, результат будет одинаковый, хотя по смыслу, ну, это абсолютно разное. Поэтому я бы рекомендовал выбирать правильные алгоритмы, да, то есть, выбирать то, что берем длину, да, чтобы идентифицировать, потом хэш, потом опять длину, потом хэш. Вот, ну, то есть, тут, в принципе, все понятно, но не забывайте об этом. А также, если говорить про сертификаты, это самая распространенная тоже ошибка у нас, она просто легко фиксится, особенно в C-Sharp. Мы просто переопределяем, да, callback и всегда возвращаем true валидации сертификатов. Никогда такого не делайте на продакшене. Если вы делаете это на продакшен, на серверах, что-то у вас не работает. Если вы используете самоподписанные сертификаты, это тоже у вас не работает. То есть смысла в этом HTTPS нету. Вот, но это из таких распространенных ошибок, в принципе, базовых. Какие-нибудь вопросы по этому есть? Может быть, что-то кому-то непонятно? Если ок, то тогда дальше. Дальше немножко интереснее. Это вирус, скажем так, от Microsoft. Вы тут видите вот эти номера. По этим номерам, это как референс, вы можете найти ошибки, которые Microsoft закрывала. То есть это уязвимости. На самом деле есть такое понятие, как у нас, да, availability системы. Да, то есть это доступность. В принципе, если говорить про безопасность в OWASP, ну, очень часто забывают о denial of service. Да, то есть недоступности сервиса. В принципе, это не обязательно DDoS атака какая-нибудь, да, когда вы просто пускаете и захламляете своим трафиком синтетическим, скажем так, реально, и не даете пользователям работать. Это, в принципе, решается легко, да, но для таких правильных DDoS атак нужны хорошие вычислительные мощности, да, чтобы создавать такой трафик, генерировать. Какие бывают уязвимости, связанные с этим? Когда вы с помощью, например, вашего компьютера можете положить целый сервис. Вот мы рассмотрим таких несколько. В чем заключалась эта проблема? Заключалась эта проблема в том, что если мы используем какой-нибудь input юзера в хэштейблах, как ключи, да, например, хэшсет, dictionary, что чаще всего, используем у себя в словарях, то атакующий выбирал вектор атаки, когда он подбирал такие объекты, у которых хэш совпадает одинаково. Да, то есть вы все, в принципе, знаете, что поиск в хэш-таблице — это O от единицы. Да, это линейно, соответственно, не зависит от длины. Как только мы реализуем этот вектор атаки и записываем специально подготовленные даты как ключи с юзер инпута, мы получаем n квадрат. Все вы знаете, как n квадрат растет, и, соответственно, это очень плохо. Да, хуже только это экспоненциальный. Вот. Но с экспоненциальным там вообще было бы все плохо. Вот. Соответственно, происходит коллизия. А, то есть, если говорить про это, то у нас получается, как это происходит. Пользователь, например, представьте, у нас есть там 3000 человек, да, и 5 комнат. И, например, нам нужно разделить по комнатам людей. Получается так, что
мы берем, например, и разделяем по какому-то значению ключу. Например, по первой букве имени. Вот. И, соответственно, там, если у тебя там от А до D идешь в первую комнату, да, то там AD, там, и, соответственно, вот такое вот распределение. А тогда равномерно очень хорошо все. Но в чем проблема этой атаки? То, что, скажем так, мы подбираем 3000 человек таким образом, что у всех имя, например, начинается на А. Тогда получается проблема. Первая комната будет просто набита, а все остальные будут пустовать. Соответственно, вот эти коллизии, да, и вот эта комната, ну, то есть если аналогия, это большая проблема по перформансу. Это, соответственно, требует очень много от CPU, и, соответственно, очень легко привести к denial of service. Вот, в принципе, хотелось бы показать демо уже. Это простой код. В принципе, дальше посмотрим, как это можно исправить, пофиксить. Но простой код, что мы тут делаем? Мы создаем обычный словарь, да, с строками и добавляем просто и его значение value. Вот. И считаем, сколько это выполнится. Я пока что это запущу. Вот. Свернем. И также я сделал свой класс, в котором я просто getHashCode переопределил и возвращаю 867. Вот, то есть хэшкод будет одинаков для всех этих элементов. И то же самое делаю. Добавление. Вот. И, соответственно, делаю замеры, сколько же потратилось на это. Что тут происходит? Если мы посмотрим, то у нас хороший хэшкод 30 тысяч элементов добавилось за 4 миллисекунды. А если bad хэшкод, то за 5 секунд. Да? То есть чувствуете, как бы во сколько раз это уже больше. То есть если вы где-то используете как ключи инпуты от юзера, то, соответственно, denial of service сделать очень легко с незначительной нагрузкой. Возникает вопрос, как с этим всем бороться. Да? На самом деле Microsoft добавил такой ключ, называется User Randomized String Hash Algorithm Enabled. То есть для каждого application домена, когда он поднимается, создается специальный префикс, который будет использоваться, добавляться ко всем ключам. Ко ключам только типа строка. Если вы используете ключи другого типа, это вас не защитит. Соответственно, что здесь нужно делать? Никогда user input без обработки, без проверки не ставьте в ключи хэш таблиц. Это очень опасно. Да? Если вы реализуете какие-то свои хэш сравнения, переопределяете, то, пожалуйста, следите, чтоб time был всегда какой-то consistence, да, чтобы это не занимало много времени, чтобы не было никаких проблем. Вот, и если вы используете все-таки строки, да, и несколько, например, там application доменов и тому подобное, то посмотрите в сторону randomized string hash algorithm, да, enabled 1. Вот, ну, такая вот проблема, она как бы есть, нужно с ней быть осторожным. Следующая интересная уязвимость, которая уже за фикшеном, это Remote Code Execution, используя ViewState. Была она найдена на SharePoint. В принципе, ее зафиксили, все хорошо, но проблема как таковая осталась, я еще покажу, я даже будет демо, как ее воспроизвести не к SharePoint, конечно, потому что найти незапаченную версию очень сложно, поэтому покажу немного в другом. Что в этой, скажем так, бюллетене безопасности интересного? Remote Code Execution via Serialization. Тут получается, у нас есть ViewState. Я думаю, что все знают, что такое ViewState. Все знают, что такое ViewState Mac. Это не значит, что ViewState будет работать на вашей macOS, да, на ваших Apple компьютерах. Нет, Mac это Message Authentication Code.
Соответственно, это подпись вашего useState, что вы не передаете какой-то левый. Да, используют для этого машинки, которые вы сгенерировали в конфиге или глобальной, которая у вас есть. Соответственно, какая у нас здесь проблема? У нас в useState мы можем туда передавать что угодно. Да, то есть любой объект, который может быть сериализован. Почему это была проблема именно на SharePoint? Да? То, что на SharePoint можно отключить вот это ViewState MAC, да, Message Authentication Code, отключить. Потому что по дефолту он, в принципе, включен. Но там можно было отключить. А дальше, соответственно, мы могли уже генерировать любой ViewState и передавать его. Что получается? Мы берем ViewState, сериализуем туда, передаем. Вот. И потом обратный процесс происходит, что там десериализация наших объектов, и мы работаем уже с ними. В чем тут проблема? Проблема в том, что у нас есть такой класс в .NET, temp file collection, который имеет атрибут serializable. Я не знаю зачем, но вот он есть. А соответственно, все serializable классы могут быть сохранены во ViewState. Вот. А temp file collection ведет себя так, что когда garbage collector его собирает, уничтожает эту коллекцию, то он просто в финализаторе удаляет все вот эти файлы, которые были в него занесены. Вот. Ну, то есть, в принципе, это легко сейчас понять на демо ViewState. Немножко по коду программы, чтобы было понятно. У нас есть демо-файл, да, я вот генерирую, это вот папочка, она сейчас пустая. Есть вот этот объект temp-file-collection, он лежит у нас system.dom compile temp-file-collection. Я добавляю туда два файла, да, просто пути, да. False у нас параметр не работает, подсветка. Ну, в общем, он нам не обязательно, он никак не влияет на этот параметр по поводу добавления. Да, это вот keep файл вы можете добавить, но этот файл оставить после того, как уничтожается, соответственно, наша коллекция. Если существует, да, это уже синтаксический сахар, запись, я использую синтаксис C-Sharp 6.0, да, то есть я уже импортировал статические методы, поэтому это консоль в WriteLine, а это файл exist, да, если, соответственно, он существует, да, то я его удаляю. Это для демо только сделано, чтобы каждый раз можно было просто запустить и все. Вот, дальше я его создаю, этот файл. То есть не пугайтесь, я его не удаляю раньше. Я его создаю, этот файл, и сериализую в этот файл, соответственно, мой вот этот attack file pass. Да? Ой, не temp file collection, извините. Я сериализую сюда и записываю, сохраняю этот файл. Дальше собираем все, готовим веб-конфиг. Тоже проверяем, если что, то его создаем. Вот, и потом наша подготовка для демо read view state. Если выкинуть все ненужное, в принципе, что делает внутри нас CLR. Да, он открывает ViewState, этот объект, набор байтов, который мы ему передали, и десериализует его. Вот. И, соответственно, вот что делается здесь. Да, я просто его десериализую, соответственно, я создаю эти объекты в памяти по сериализованным. И, соответственно, читаю, и потом, чтобы мы не ждали час, пока garbage collector начнет собирать у нас объекты, я вызываю force gc collect, да, fading gc done. Вот, ну, кстати, в коде никогда просто так не используется gc collect, да, но для демо это подойдет. Давайте запустим, оно вот появилось на этом мониторе. Соответственно, тоже видите, делаем чуть поменьше. Видите, у нас создалось два файла, да. И, соответственно, ждет от нас продолжение. Нажимаем Enter, читаем ViewState, вызываем Garbage Collector, и, как вы видите, здесь все пусто. С
соответственно, в памяти мы собрали. То есть, понимаете, да, смысл атаки? Например, вы можете собрать свою U-State, засунуть туда TempFile Collection и, например, удалить какие-нибудь файлы конфигурации, да, которые вам мешают зайти дальше. Заменить ничего нельзя, но удалить можно. Удаление — это тоже очень опасная операция. Да. Идем дальше. Как это пофиксать можно? Возможно. Очень главное здесь это включить всегда view state, да, проверку MAC, view state message authentication code. На SharePoint была проблема, то что его можно было отключить, да, но он по дефолту включен. Также, пожалуйста, не используйте машин key, которые вы генерируете где-то на сайтах, берете откуда-то с примеров, с MSDN или еще откуда-то, да, берете с другого проекта конфиги, копируете. Нет, каждый раз генерируете свой, потому что если даже у вас все включено и у вас просто увели машинки, или вы сгенерировали на какой-то сайте, ну вы же не знаете, что он делает с этим машинки, сохраняет он себе или нет, или генерирует. Это довольно просто сделать стандартными тулами. Например, я использую PowerShell Script, тут есть ссылочка на GIST, GitHub. Очень легко можно сгенерировать себе свой машинки с параметрами. Вот, это будет лично ваш. Что еще важно, это используйте Data Protector. В .NET 4.5 до этого была проблема, то есть как использовать вообще, ну, безопасность, когда было много методов, какой из них выбрать был. То есть sign, encrypt, или два выбирать, что лучше, сначала заинкриптить, потом подписать, или потом подписать, вернее, сначала подписать, потом заинкриптить, да, то есть, ну, у человека могли быть с этим проблемы из-за понимания, да. Соответственно, в 4.5 есть Machine Key Protect и Unprotect, все просто, да, то есть он принимает массив данных, user data и purposes. Эта строка может быть, в принципе, что угодно, да, это сделано еще как один плюс. Например, вы хотите разделять по activity, да, какие цели. Можете держать стандартное, да, какой-то дефолтный вариант, но лучше, если есть возможность разделять, что это, например, имя такого-то класса, это имя такого-то класса, да, а здесь это для юзера связано, да, то есть, ну, вы понимаете, да, это в какой-то мере, грубо говоря, как, ну, если грубо-грубо очень говорить, как соль. Вот. Так что Machine Key Protect and Protect использовать стало легко, и ошибок и проблем должно быть меньше. Также, что есть из интересного? Да, наверное, немножко это уже стало скучно вам, и чтобы в середине так немножко повеселить, давайте покажем что-то интересное. Кто узнал эту картинку, это эпизод из, да, это Harlem Shake. В одно время очень был популярен этот танец, он взорвал, наверное, YouTube, взорвал всех. Но сегодня я не буду вам танцевать Harlem Shake, я хотел показать, как танцуют сайты под Harlem Shake. К сожалению, из-за коннекшена мне придется поделиться ссылкой с вами тоже напрямую, чтобы вы могли у себя это попробовать. Но перед тем, как отправить, я расскажу, как, в принципе, пользоваться. Берем, копируем весь 11 line на себе. И открываем, например, банк. Давайте PrivatBank откроем, CredoBank, UkrSibBank, Credit Agricole. Вот такие основные, скажем так, банки, да, крупные. Это можем уже закрыть. Открываем DevTools. Ну, это нормально, наверное, что в консоль сыпется ошибки таких банков. Вот. И просто я скопировал правильно. Вот. Вставляем везде.
Вот, в принципе, я не знаю, если у вас были вопросы, я ничего не слышал, у меня играла очень громко музыка, я не мог заглушить. Но я думаю, что вы видели основную идею, можете попробовать над своими сайтами. Вы видели, да, в принципе, что происходит? То есть на сайте, да, какой-то Harlem Shake, он с музыкой, все красиво. Там, кто если хочет попробовать, лучше потом, потому что вы будете меня сейчас не слышать. А на самом деле, вроде бы, ничего страшного, да? Мы ж можем делать что, все, что угодно, да, с домом. Ну, загрузилось, мы здесь можем менять, там, да. Ну, ничего страшного нету, как кажется, на первый взгляд. Ну и что, что сайт танцует Harlem Shake. Но на самом деле здесь что есть страшное, да? Я нажал F12 и вставил сюда произвольный скрипт, который загрузил еще ресурсы. Да, то есть JavaScript, музыку загрузил, изменил стили и делал с домом все, что хотел. Да? Ну, в принципе, как бы кажется, ничего страшного. Давайте, например, подумаем, когда мы загружаем какие-то JavaScript код, что может быть? Это XSS-атака. Да? XSS-атака – это очень плохо. Да, все пытаются защититься, но чаще всего от всего защититься сложно. Так, давайте попробуем, например, запрещать загружать скрипты с неизвестных нам доменов. И, в принципе, это легко сделать, да, например, давайте попробуем на вот этом сайте. То же самое, вставляем скрипт, Enter, и музыка у меня не играет, и Harlem Shake никакого у меня нету, ничего не трясется. А что произошло? Вы видите в консоли ошибки, да? Refuse to load the style sheet, because it violates the following content security policy, да? Refuse to load media from, да? Соответственно, даже если вы сможете какую-то persisted XSS сделать на сайте, ну, я просто как пример привел, на самом деле вы можете открыть GitHub, да, что там попробовать на нем, я надеюсь, у них уже все хорошо, да, то же самое. Да, соответственно, а если говорить про такие сайты, очень важно защищаться с всех сторон, то есть используется Content Security Policy. Я сейчас немножко расскажу об этом детальнее. А что у нас происходит? Да, если мы какую-то XSS-атаку делаем, чаще всего мы хотим какой-то произвольный JavaScript-код внедрить. Хорошо, да, мы внедряем этот код, он пытается загрузиться, это то же самое, что через DevTools делать, и мы просто упадем в консоли с такой ошибкой. А потому что у нас policy директива. Вопрос, откуда это все берется, да, откуда это браузер понимает. Если мы возьмем network, откроем, здесь у нас, когда мы заходим на сайт, идет первый запрос, это можно спрятать, есть такая вот вещь, как передается в хедере браузеру, говорится, что content security policy атрибут говорит, default source бери только с текущего домена, вот, и, например, бери, я использую CDN для быстрой загрузки, и, пожалуйста, бери, разрешай все скрипты загружать с CDN, JS, там Cloudflare, там с Azure CDN прогружается. То же самое относится к фонтам, к шрифтам, относится к стилям CSS, и, в принципе, это вот основное, да, имиджи все. То есть весь контент, поэтому он называется Content Security Policy, вы прописываете браузеру, говорите, вот ты зашел на этот сайт, вот тебе мой респонс, но, пожалуйста, загружай все скрипты только вот с этих разрешенных доменов. Вот. То есть это очень легко сделать. Да, то есть защита, она дает очень такой хороший прирост к тому, что увеличивает вашу, скажем так, непробиваемость, да, долго пытался какое-то слово подобрать на русском, и устойчивость к таким рода атакам. То есть, понимаете, да, если здесь мы не передаем, я могу встраивать свои скрипты, и, соответственно, я могу пользователя перевести сюда. Вот, и я могу сделать persisted XSS атаку, и каждый будет заходить. Ну, то есть, тут понятно, да, но очень легко защититься, даже если вас поломали, если через какой-то input вы не декодите, провели атаку, то просто когда оно у вас загрузится, у вас в консоль упадет вот что-то наподобие такого, да, что там
вы не смогли, да, Content Security Policy запрещает загружать. То есть это очень легко, делается очень быстро, есть для всех плагины, я не знаю, почему наши банки не используют. Это не только наши банки. Даже если взять европейские банки, то же самое там можете сделать. Я не знаю, почему так не думают о пользователях. Вот, оно из интересного, давайте я вам покажу, как с этим бороться и как можно это в .NET легко решить. Ну, насколько вы же поняли, да, использовать security хедеры. В принципе, тут все понятно, все легко. Я вам сейчас загружу студию. Есть библиотека nwebsec. Если ее открыть, запустить, то очень легко, хорошей документацией настраивается. Есть примеры. Просто ставите себе через NuGet Package проект, и что остается, это потом настроить и понять, с каких ресурсов что вы грузите. Открывается студия. И в конфиге или через код вы можете прописать. Записывается это очень легко. Это пишите, например, что... Ну, сейчас уже покажу. Имиджи грузить только с этих ресурсов и, например, с этих. Так, давайте webconfig. Сейчас промотаю, чтобы случайно свои пароли не показать. А, хотя их нет. Игорь, у нас до сих пор на экране презентация. Да, все верно. А сейчас? Сейчас код. Супер. Вот, смотрите, вот этот модуль, вот его конфигурация, да, то есть одним, вот nwebsec, она показывает немножко больше, да, чем, ну, разрешает делать Content Security Policy, настраивать. Она про X-Frame говорит, это отдельная история, да, вы можете запретить ваш ресурс вообще встраивать в AppFrame. Для этого вы можете тоже передавать в хедер, и все Evergreen, да даже не Evergreen браузеры, прекрасно понимают, что этот ресурс нельзя встраивать. То есть это все передается в хедерах. Это довольно просто. То есть если есть разработчики, которые, ну, не связаны с C-Sharp или уже двигаются дальше, да, то там, пожалуйста, просто посмотрите плагин для ваших скажем так, процессинг, да, пайплайна, хендлеров, как передавать свои хедеры. Да, то есть это все описано, вы будете просто передавать там frame options, как вы видели, Content Security Policy. Да, что тут? Тут все просто. Ну, настройка очень легкая. Да, мы говорим, что script source, даже сейчас не вникая unsafe inline, да, evil, там self. Self true это указывает на текущий домен. То есть, но чтобы не прописывать, например, у меня есть стейджинг еще, да, там домен отличается. Вот, чтобы не прописывать все домены возможные. А это может быть домен сгенерированный автоматически, да, там localhost. Я добавляю только ресурсы, которые я использую. Да, то есть я использую, знаю, что для скриптов CDNGS, да, я ему доверяю. Azure это то, что мне дает Microsoft, да, и мой CDN, который я себе создал. Вот эти адреса, я их знаю. Если вы не знаете, с каких адресов вам могут прийти скрипты, то что-то здесь не так. То же самое для стилей. Да, я беру свой CDN и, соответственно, Cloudflare CDN. То же самое для имиджей. Я указываю, откуда могут прийти имиджи. А с имиджами, кажется, не так страшно, но если почитать новости, как там бывает в имиджи, что зашивает и что, ну, подобное делают, тоже не хотелось бы, чтобы могли загружать. И font source, да, откуда загружать шрифты можно. Вот. В принципе, здесь методом проб и ошибок, да, если у вас небольшой ресурс, можно это решить. Если у вас большой ресурс, да, большой проект, много есть, а вы можете в nwebsec настроить хендлер, который будет говорить, что Content Security Policy сфейлилась для такого-то ресурса. Да, то есть и это логать, трекать. Ну, на это нужно время, но настраивается это очень легко. А, например, есть, когда с нашего JavaScript кода мы коннектимся к каким-то сервисам дополнительным.
Вот, то это тоже настраивается. Вы можете сказать, что JavaScript код может коннектиться потом асинхронно только к этим и к этим сервисам. Потому что бывает, JavaScript вы загрузили, все окей, а он еще внутри себя начинает лезть на какие-то непонятные, скажем так, сайты. Да, то есть бывает, особенно когда люди делают большую ошибку, подключают, например, ссылку на исходный код с GitHub напрямую. То есть через вот это raw файл, вот это тоже большая ошибка и очень распространенная. То есть вы понимаете, да, что вы подключаетесь по сути к исходному коду, который очень легко поменять, и все, и вы себе загрузите, даже не знаю, что вы себе можете загрузить. Это зависит от фантазии разработчика, насколько он хочет вам насолить. Вот. Очень удобно, очень гибко и очень хорошая защита. В принципе, надо понимать, да, например, на моем персональном сайте, но смысла вообще, ну, в этом нету, у меня статика одна почти, вот, но как пример показать, как настраиваться, это очень легко, поэтому, в принципе, на любой проект, ну, это можно настроить, тут не сильно зависит от того, сколько там строчек кода и тому подобное. Вернемся к презентациям. В принципе, я думаю, тут все понятно. Если нет, то потом по вопросам тоже пройдемся, поговорим детальнее по этим вещам. Также, какая есть распространенная ошибка при работе с REST? Ну, тут не совсем при работе с REST. Бывает такие вот вещи, когда мы создаем, например, какой-то API, да, example.com/user, там какой-то API. Да, это может быть, например, там user admin, да, и мы считаем, что админ может удалять, да, то есть, ну, работает как бы REST. Соответственно, вы где-то в коде собираете, да, там username плюс такое-то там слово, там пользователя, и потом проверяете у себя в REST. Бывает такая логика, правда, если кто-то думает, что ее нету, видел лично, что если это админ, да, то можно удалять. Вот. Они потом думают, ага, а если это будет там, например, еще какой-то пользователь, да, еще какой-то пользователь. И потом получается, есть в настройках, например, security and membership reserved usernames. Да, админ, root, администратор, sysadmin. А, то есть, вот такие вот вещи. Ну, чтобы случайный пользователь их не занял. Вот, ну, в принципе, как бы... Окей, мы защищены. Но нет, если вспомнить про HTML, да, ну, HTML, извиняюсь, URL, когда мы пишем, мы можем написать зарегистрироваться свободно как .slash/admin. И когда мы ведем этот URL, то он нам, по сути, просто заменит на admin. Но мы себе можем такого зарегистрировать пользователя. То есть .slash/admin. И все. И, соответственно, у нас будет беда. А как с этим бороться? Запрещать вообще как-то, ну, конструировать такие вот урлы через string формат, просто вставлять username, а username, если может содержать там точки, слэши, вот, но это будет плохо. А вы можете обратить эти ограничения при форме регистрации, когда вам говорят, что придумайте себе никнейм, имя пользователя. И вам говорят, что только использовать можете 0, 9, AZ, ну, нижнее подчеркивание. А такие символы чаще всего запрещены. Ну, это, скорее всего, что где-то может в коде потенциально использоваться. То есть думали из-за этого. Не из-за того, что они просто не хотят, чтобы вы могли решеточки писать или точечки в своих именах. Да, то есть никнеймы у всех разные. Вот, бывают такие вот вещи, поэтому тоже будьте осторожны, что надо понимать прекрасно, как мы формируем эту строку, как вызываем. Также связана с этим проблема то, что многие делают предположение на сравнении вот таком вот строк. Например, там пароли, да, логины сравнивают. Ну, есть еще хуже примеры, которые встречались. Это тоже очень плохо. Как вы думаете, пока открывается демо, у кого-то есть предположение, почему, когда это не будет равно true?
Нет, никто. Но на самом деле всегда ли это будет true, да? Ну, input interesting, to upper interesting. Ну, тут все верно, тут совпадает. Ну, должно же быть равно true. В турецкой локале не будет true. Да, это все верно. Потому что нужно использовать, ну, это не обязательно турецкая, турецкая это как пример, да, потому что очень хорошо подходит. Нужно всегда использовать какие-нибудь comparison правила, да, ordinal null case, там есть еще набор. Я, в принципе, предпочитаю использовать ordinal null case, чем вот этот upper. Вот, как правильно сказал Макс, это правда. Кстати, у нас есть для этого Code Analyze. Если вы читаете ворнинги, иногда, если запускаете White Solution Analyzer и в студии Solution Analyzer, то вам высветится такое вот предупреждение. Немножко раньше. Вот, демо. Так, банк закроем, это уже нам все не нужно. Очень хороший пример, да, это турецкая локальная. На самом деле, есть интересная статья, она приведена в презентациях, в нотах. Почитайте, очень рекомендую, пройдет ли ваша программа тест, да, то есть, как бы, на турецкий. Там очень много нюансов. И давайте запустим просто код, посмотрим, да. Вот что мы ожидаем видеть обычно, да, то есть, когда у нас наши привычные нам локали, локали наших клиентов. Хорошо, что, наверное, у нас нет клиентов с Турции. Вот, если я нажму Enter, то у меня меняется локаль 14 строчки, да, я беру себе турецкую и я пытаюсь опять сравнить. И, соответственно, уже false выдается. Но как же так? На самом деле, если вы посмотрите, я не буду вдаваться так сильно в детали, главное понимать результат, да, что надо использовать сравнение ordinal ignore case и тому подобное. И, например, трансформируется в единицу. Вот. Я думаю, что можно найти еще кучу локалей, где эти строчки будут, ну, не равны вообще, то есть символы не будет, это большая, да, то есть трансформация. Вот, но турецкая это очень хороший пример. Вот, давайте двигаться дальше. Из интересного, с этим связанного, у нас еще есть проблема с Unicode. Unicode это как и security, это очень сложно. Почему это сложно? Например, есть у нас white, да, то есть такой у нас есть, я забыл, как значок называется, да, меньше давайте его называть, вот, то же самое, как больше. Unicode может быть с 1 байта, да, с 2 байтов состоять. Вот, и, соответственно, такой full width, да, characters, вот этот white значок меньше, вот, он состоит как раз с 2 байт. То есть, если вы напишете, да, там white script, вот, то браузер это просто проигнорирует, ну, скажем так, ну, это вообще не XSS атака. Ну, то есть вы понимаете, что здесь ничего страшного, ну, не происходит. Но происходит какая проблема у нас? Если мы каким-то случайным образом в SQL в поле varchar запишем наш white знак меньше, то, соответственно, нам никто ошибку не выдаст. Да, он просто как окей, запишу, просто отброшу второй байт и все. И запишет как обычный наш значок. И, соответственно, как результат вы имеете persisted XSS. Да, то есть это persisted, это значит, что вы сохраняете и потом, когда данные загрузятся, только тогда будет XSS атака. Да, XSS есть три вида, вот один из них persisted. Вот, вот такая вот проблема есть. Поэтому что нужно делать? Нужно быть просто очень осторожным и не в коем случае не записывать Unicode в не Unicode, скажем так, типы данных. То есть не используйте varchar, используйте nvarchar. Казалось, тут проблема, да, очень часто из-за чего она возникает. Пытаются люди оптимизировать. Они посмотрели данные за 10 элементов, например, первых строчек, и такие, блин, так тут же все, тут легко, надо varchar изменить, я оптимизирую место на диске. И сделали колонку с nvarchar в char. Потом, соответственно, вот такие вот и получаются проблемы. А также, чтобы защититься от таких людей, работающих с базовых данных, нужно быть осторожным, да, и никогда не доверять данным, которые приходят с SQL.
Даже если вы думаете, что там все хорошо записано, вы туда все складываете правильно, везде энкодите, эскейпите. Нет. Поменяли в базе данных настройку, и у вас, соответственно, все поломалось. Вот поэтому не доверяйте, что даже приходит с вашей базы данных. Всегда энкодите эту информацию, которую вы показываете. А также интересная вещь по поводу путей, особенно загрузки файлов. Вот. На самом деле очень распространенная проблема, и редко кто ее проверяет и тестирует. Например, мы какой-то оплодим файл. Да? То есть вы прекрасно понимаете, что, например, в Windows есть запрещенные символы, а в Linux свои запрещенные символы, многие разрешены, а в Mac свои, соответственно, пути. А на какой сервер вы загружаете? Да, то есть если мы говорим про .NET, это чаще всего на Windows. То есть у вас есть ограничения. Например, если я могу создать такой файл на Mac и загрузить на ваш сервис, то и вы берете файл name с параметром, который вам пришел, предлагаемый файл name, ну, с имени, как загрузили, например, загружаю myfile.txt. Вот, вы закачиваете byte array, и вам приходит, что имя файла, да, там, ну, имя этого ресурса, myfile.txt. О, вы такие, класс, сохраним во временную папку. А если я наберу там, например, слэши какие-нибудь, да, то точка, два слэша, точка, да, и если это вы еще где-то используете у себя без проверки pass combine, например, да, то есть складываете пути, вы просто сложите, вам никто это не проверяет, или через string concat, вы просто сложите этот себе путь, и на самом деле вы можете потом его прямо исполнить, например, копирование сделать, а вы все прекрасно знаете, что Windows это значит, там можно такие писать, например, там c inetpub, да, там slash www.root slash точка slash точка, и оно у вас вернется в диск c, и дальше вы можете писать путь такой, например, там system32, там windows, ну, то есть вы поняли идею. Вот, это тоже распространенная проблема. Будьте с этим, ну, осторожны и внимательны, что проверяйте пути перед тем, как скопировать, перезаписать. И просто это может держаться в имени файла. Можете пытаться сохранить этот файл, а он содержит запрещенные символы. Тоже можно эскейпить вот эти вещи. Лучше генерировать какие-то уникальные, все равно вы у себя сохраняете, вы можете, конечно, это имя файла, но не использовать его в файловых путях, потому что может быть такая атака. Могут через фидлер любой менять запросы на лету тоже и подсовывать вам разные вещи. Перезаписывать, например, я загружу веб-конфиг, да, с именем там, который я вам говорил, там, точка, слэш, найти этот путь, понять. Так что нужно быть осторожным. А также очень интересно по поводу загрузки файлов. Этим до сих пор страдает много серверов, и с этим тяжело бороться, если честно. Zip-бомбы, так называемые. Это проблема очень такая распространенная, и с ней, ну, реально сложно бороться. А есть файлик. Я, к сожалению, не могу показать это демо, потому что антивирус этот файлик и доскачиваешь, и вам не рекомендую просто так скачивать, не выключив антивирусы. Начинает распаковывать этот zip-файл. А в чем его проблема? 42 zip, он весит, ну, в интернете, если наберете, 42 килобайта всего компрессидайта. Вот. И он содержит в себе еще кучу архивов. Вот. В общем, если распаковать каждый лейер архивов, да, там их 5, вот, в каждом этот лейер займет 4-3 гигабайта файл. Соответственно, все вот эти там, сколько их там, 16, да, 4,5 петабайта. Ну, я не знаю, где это можно сейчас вместить, во-первых. А распаковка будет идти, то есть наши все protection, да, антивирусы, они будут пытаться рекурсивно распаковать этот файл, распаковывать, и вы упретесь в то, что у вас закончится место. Вот, у вас CPU, соответственно, умрет, потому что, ну, распаковка это очень интенсив. То же самое, если вы принимаете где-то на вход zip. Очень много сервисов, серверов, веб-аппликейшенов, просто приложений принимает. То есть, если это десктоп-приложение, то вы поломаете себя, тут ничего страшного нет. А если это веб какой-то сервис и говорит, а загрузите мне zip, например, с там документами, я их быстро
там распаршу и рено вам результат. Загружаете 42Z, все, сервер лежит. Daniel of Service. Вот. Как тут бороться, если честно, я не знаю. Может фильтровать по имени, но это глупо, да, я шучу. Вот. Есть, наверное, может быть, докеры придут спасти. Вы поднимаете виртуальную машину, да, или какой-то контейнер. Вот, отдаете, распакуй. Если через там минуту не отвечает, то все. Эту машину убиваем, да, виртуально, и все. И бракуем этот файл и выбрасываем. Наверное, только так, да, потому что тут очень с этим проблема. Игорь, а такие ресурсы, как серверские Jira и Confluence, если такой attachment будут хавать, они как, переживут или нет? Так, да, они на самом деле, проблема не в том, ну, ты его можешь хавать, ты можешь его передавать, все. Единственное, когда кто-то с ним начинает работать. То есть, почему нельзя локально себе поставить? Потому что у нас всех стоят антивирусники. Вот, и антивирусник на каждый новый файл, ну, зависит от эвристика его настроек, он просто начинает, ну, проверять. Он его распаковывает, смотрит, о, еще архивы, и их распаковывает. И, соответственно, во временной папке. И вот этот процесс у него будет, скажем так, для нас он будет бесконечен. Потому что, чтобы 4,5 петабайта распаковать, у нас, во-первых, места не хватит, и CPU будет загружен все время. Но CPU, если мы проигнорируем, у нас всегда все тупит, скажем так, да, там, когда в студии работаем, то с местом вы сразу поймете, что его уже нету. Ну да. Это, наверное, значит, Exchange можно положить так, потому что там же есть вот эти сканеры, ну, контент-сканеры, да. Угу. Ну вот, которые есть у нас Virus Canal, там, Total Virus и тому подобное, они как-то это обходят. Вот, то есть, если вы им загрузите, то, ну, они повиснут, но потом вам скажут сразу. То есть, мне кажется, они используют сигнатуры вот у себя, потому что 42zip создать сложно вот самому. Это чаще всего качается с интернета и кидают друг другу такие вот бомбочки. Вот. Но еще есть интересное, кстати, с бомбочками можно сделать попроще, это можно делать самому. Это XML, всеми нами любимый XML. За счет TTT есть возможность создать XML, в котором каждая запись содержит ссылку на предыдущие записи. Вот, то есть, как вы видите в куске фрагменте, да, вот этого XML. Вот, ну, тут 10 entity, вот, он весит мало, да, но за счет вот этой рекурсии, которая указывает на предыдущие, если вы натравите сюда XML парсер на любой XML, который вам приходит, вот, то, соответственно, берегитесь. Да, то есть у вас насоздаются там, по-моему, миллиарды вот, вот этих entity. Соответственно, тоже не по памяти, но это переварить это очень сложно и не нужно. Это пустая трата ресурсов. Вот, например, Draw.io, он страдал такой проблемой. То есть у него там можно эти диаграммками было обмениваться, они XML-ные. Вот, и одно время он пытался вот это все распарсить. Я не знаю, почему это было, наверное, в Dynamic. И вот, потом они убрали Dynamic, потом начали с ними издеваться, делать его структуру уже, но тоже. Вот, и единственное, что это DTT-парсинг отключать. То есть там есть ссылочка на Microsoft, это делается в XML-ридере. Есть такое поле, DTT-парсинг это... там false, по-моему, как-то так, ну, можно посмотреть. Вот, то есть, в принципе, довольно легко делается, но просто знайте то, что если у вас какой-то white сервис и пользователи вам могут загружать какой-нибудь XML, да, то есть, ну, к чему этот призыв, да, то есть проверяйте, смотрите, вот, это просто denial of service нашего, вот это проблема, то есть ваши ресурсы будут расходоваться просто в никуда. Вот, ну, тогда лучше майнить биткоины, наверное. Вот, и пользователям, как я говорю, нужно не доверять. Ну, пользователи, это пользователи. То есть, вот это реально, вот, да, вот кто-то сфоткал там свою карточку. На самом деле, даже если посмотреть, я сейчас покажу еще одну демо, последнее уже. Вот, есть целый Twitter-аккаунт, они ищут все вот такие вот фотографии. Например, люди там хвастаются, о, смотрите, у меня супер новая карточка, я получил там со своим дизайном. Вот, без задней мысли, без ничего. Вот, ну, там есть, конечно, тролли в комментариях пишут, а как ваш дизайн выглядит на обратной стороне, да, то есть, но все равно, лицевая сторона тоже. В принципе, много сервисов вы можете сделать,
с информацией только по лицевой стороне. Да, платить что-то. Вот проверка кода CVV, она уже в последнее время становится везде почти обязательной, но еще есть места, где можно по карточке пополнить счет. Вот. И демо, оно по поводу того, что не надо доверять пользователям, и по поводу сертификатов. Вот нас тут 34 человека, а чей email можно взять для эксперимента? А будет больно? Не. Ну, чей давай можно? Мне шли. Так, где наша? Вот, по сути, я просто запущу программу, которая отправляет email на мой адрес. Она вот выполнилась. И будем ждать теперь, когда придет email. Ну, так как используется SMTP немножко не быстрый, бесплатный, да, то это email надо немножко подождать. Вот. Но уже пришло. Я даже, наверное, могу сейчас тут свернуть, показать, что оно правда пришло. Тут ничего сенситивного нету. Техника пустого инбокса. Вот, видите, пришла почта, да, которую Сергей мне не отправлял. Мы не договаривались. Даже потянулась фотография. Вот, вся о нем информация. Он мне написал, не верь никому, даже мне. Да, то есть с темой, ну, как бы сразу информация потянулась. Все классно, ну, Сергей, да, я, конечно, тебе больше не буду теперь верить. Вот, то есть, ну, вы понимаете, да, проблему? Что я с какой-то своей программки написал email from, и за счет того, что у нас user experience, usability настолько мощная, что просто приходит, например, смотрим from, и сразу по этому from подтягивает информацию, загружает фотографию. Выглядит просто легитимно, валидно. Я вот с кем пробовал, отправлял от различных людей имейлов, аккаунтов. Многие почтовые сервера, программы, вот, все подтягивают информацию, они могут даже переписку потянуть и тому подобное. Вот, я даже могу ответить на это все. Вот, и все как бы валидно. Но что здесь нужно делать? Да, кто-нибудь знает, как противостоять этому? Или мы все умрем? Ну, в принципе, наверное, подписывать email. Да. Вот. Это очень важно. Да, то есть настройте, подписывайте свои email, чтобы знать, что точно пришли они от вас. Да, то есть это легко сделать. Вот видите, вот такой вот значок показывает, да, Outlook. Дальше можно посмотреть там информацию, то есть что цифровая подпись. Вот, поэтому иногда это очень важно. И в принципе тут, конечно, такие побаловаться цели. Вряд ли кто-то здравый из нас будет писать такие вещи, да, там, например, от нашего директора Анна Харлана, да, там бывшего, или тому, как вот. И говорить: о, давай там, выходи завтра. Ну, понимаете, да, то есть на работу, или все, ты уволен, там гневно и тому подобное. Да, или друзья даже баловаться не будут, потому что это серьезно, вы даже не отличите в рабочий. Но используйте подпись, это очень легко настраивается, удобно, полезно. Вот, и в принципе это все. Какие-нибудь вопросы есть, пожелания, кто-то может что-то не понял, еще на что обратить внимание и рассказать более детально. Ни у кого нет вопросов? Ничего не понятно или интересно, как, что? А ссылка на видео на полное есть? Будет где-то? Да, конечно, но мы видео запишем, да, немножко обработаем, чтобы Сергея скрыть это контакты, и все. А, окей. Ну, вопросы, может быть, у кого какие-то проблемы, ну, вообще там, может, по security что-то.
Может, чем смогу помочь рассказать? Что-то, может, было непонятно из презентации. Пожалуйста. Наверное, простой вопрос по безопасности. С CDN-ами, да, вот этот фреймворк, который ты показывал в NWebSec. Да. Он применим просто к ASP.NET, или можно, допустим, там и MVC, и Web API его применить тоже? То есть, как бы, MVC, MVC и Web API, он интегрируется как хендлер в пайплайн и все. То есть, потому да. что у меня, например, OpenHost, как бы там немножко отличается. Он с OVEN отлично работает, да. только другие скачать NWebSec. Вот. Есть OVEN. Соответственно, также еще тут посмотреть для Azure, можно там по Session Security, он тоже помогает, потому что у нас сессии ASP.NET-овской стандартной тоже есть дырки. Вот мы можем экспозить пользовательские, к сожалению, идентификаторы тоже, даже если он там залогирован, не залогирован, там есть свои проблемы, рекомендую подключить. И просто если выбираем, если у нас MVC, да, мы MVC. Если OVEN, то выбираем OVEN. Вот, и настраивается также. Также идет сейчас полностью переработка и поддержка для ASP.NET 5, да, с его своим пайплайном, Kestrel тоже будет. Хорошо, спасибо. А что Kestrel, там же OVEN тоже, не? Но они переписали. То есть OVEN это просто Open Web Interface и все. То есть ну там единственное. А там Kestrel не Kestrel, это сраки уже. Ну в смысле все равно. Ну по большому счету да, но там есть немножко проблемы с интеграцией этого всего и работы. Вот там есть какие-то у них нюансы, они там пишут, потому что там что-то связано с интеграцией, я так сильно глубоко не слежу, но для этого создали сейчас отдельную бранчу и ожидают в скором времени, как только выйдет уже релиз кандидат. Вот, вообще, по идее, да, оно без разницы, но Microsoft в последних бетах заявила, что мы отказываемся сейчас от ИИСа как такового и будем только поддерживать Kestrel, потому что, да, и вот этот HTTP хендлер они тоже подключили. То есть там какие-то, наверное, внутри изменения произошли из-за этого пайплайна. Ну, может, они там OVEN другой версии, они тоже не копал, следующую версию выпустили, потому что не хватало старой. Вот, ну и они контрибьюты туда-сюда, скажем так. Ну, для нас это в принципе никак не должно отразиться. Для нас это будет пакет. Единственное, что в новых версиях ASP.NET 5 там сейчас конфигурация разрешена не через конфиг, а через код. То есть, когда мы там подключаем вот это, resolving dependency, вот там вот. Ну, можете смотреть. Но я думаю, сейчас мало кого, скажем так, столкнется с этими проблемами. Но если что, это активно развивается. Библиотека и довольно удобно, легко настраивается. Ну, в принципе, заинтегрировать можно за день себе все. И Content Security Policy настроить. Какие-нибудь еще вопросы? Ну, если вопросов нет, то спасибо большое. Вот запись выложу, описание выложу.